Вопросы духовной нравственности, культуры межнационального общения и основ православной культуры в образовательных учреждениях обсуждали представители школ, духовенства и общественности. Лекторий собрал более 50 участников из городов и районов Тамбовской области. Переселение в наши города людей разных национальностей требует новой культуры отношения, которые должны строиться на уважении, понимании и принятии другой культуры и мировоззрения. Это в первую очередь должны усвоить дети, считают участники лектория. К сожалению, в нашем обществе еще бытуют оценки людей другой национальности по сложившимся стереотипам, неприятие другого вероисповедания, другого просто мнения, другой культуры. Сегодня в рассказовских школах обучается 4105 детей. 84 учащихся – это дети других национальностей. Анкетирование среди старшеклассников показало, что большинство опрошенных относятся к ребятам других национальностей уважительно, готовы с ними дружить и жить по соседству. На лекторий приехал и представитель духовенства из Центра преображения протоиерей Игорь Груданов. Участники соседних городов и районов области поделились своим опытом воспитательной работы с детьми в плане межнационального общения. Говорили о предупреждении экстремизма в молодежной среде и воспитании толерантности.